Добрый день, кто смотрит это видео. Пойдемте дорогу сейчас перейдем и пойдем в наш сибирский молл. Он находится по Фрунзе. Посмотрим, что там нового. И мне нужны пеленки. Я серьезно это говорю. Ну, боньки, конечно. Потому что там... Ну, сибирский молл. Зашли. Здесь все магазинчики находятся. Мамочкам. Фото можно сделать. Книги, игры. Это у нас получается третий этаж. Мы выходим. Макдональдс тоже есть. Это гипермаркет детских игрушек. Все так красиво. Все празднично. Такие паровозики кассы. Очень красивенько. Ну, здесь тоже детская одежда. Это третий этаж сибирского молла. Ну а там это игровой зал Funky Tavi. Вот купол у сибирского молла. Это самый верхний этаж. Люстра с висюльками. Вот такой стеклянный лифт. Эскалатор вниз пошел. Там уже второй этаж. Поедем на второй этаж. Здесь ребятишки могут поиграть. И машинки, и батуты. И карусели. Ну, здесь вообще тишина. Есть детская парикмахерская. Опять детская одежда. Там непоседа. В общем, третий этаж — это все-все для деток. Но мы идем спускаться вниз. Что нам предлагает второй этаж? Галамарк. Это хозяйственные товары. А мне нравится. Здесь выбор огромный. Можно есть что посмотреть. Остин на втором этаже. Остин тоже есть и карты накопительные. Ну, кто пользовался Остином, тот знает. Перья сумок. Киносити. Это с другой стороны мостика. Ростелеком даже есть. Не знала в жизни, что он здесь есть. Ну, а здесь это ждут на сеанс люди. Есть боулинг. Вот там ребятишки шары катают. Ну, а мы маленько пойдем еще ниже. Спускаемся совсем на первый этаж. Там, где находится Ашан. И пойдем, пройдемся здесь. Вот впереди это все фудкорты, суши, кофейня. То, что я говорила, с мостика мы смотрели. А мы пошли прямо к Ашану. Здесь на первом этаже тоже всякие магазинчики, бутики. Хорошая постельная, домашняя одежда. Есть здесь вот такой рыба-рис, печки-лавочки, семейный ресторан. Очень семейный, правда, я там была, я знаю.
что это такое. Есть Пегас, но этот раз мы полетим, наверное, с Анекс Тур. Актуаль. Ну и все, а это Ашан. Я иду в Ашанчик. Взяли вот такую тележечку и покатили. Сейчас мы возьмем Воньки пеленки, а потом посмотрим, что здесь есть такого. А какого? Мне как-то не нужно ничего пока. Идем. Я зашла в собачью одежду. Мне пока не надо. Я развернусь сейчас. Ну, это все детское тут. А мне нужно тоже детское, но мне нужно Боньки. Вот здесь корма. И вот я нашла пеленки. Сейчас я возьму, идем дальше. Это цена на пеленку. Вот такая одноразовая, 46 рублей. Мы горя не знаем. Ну все, идем дальше. Посмотрим, что-то еще мне надо купить. А, мне надо купить и сметанку. Ну, в общем, сейчас глянем. Стеллаж соков. Тоже ассортимент хороший, большой. Ну, цены вот шампанское, игристые. Надо-то будет уже, наверное, все-таки и прибрать к рукам кое-что. Где-то я брала игристое в пределах 300 рублей, но безумно вкусное. Но я его почему-то не вижу, но я все равно посмотрю сейчас. Ну вот, 169 рублей. Санта-Стефанька розовая, красная. Наверное, будет ничего. Но я не это брала. Что-то как-то 169, мне кажется, что-то сильно дешево. Хотя мы же стремимся, чтобы подешевле. Но знаете, уже выпить, а не вылить, мое мнение. Нет, этого игристого нет, оно в пределах 300 рублей. Не вижу, я забыла даже название. Это кофе. Вот такой с маркой Ашана. 100-граммовка, 111. Но мы как-то его пьем. Но в последнее время оно не очень. И вот Нескафе Голд возьмем. 149. Это шоколад. Цены разные. Сейчас мы посмотрим черненький. Какой бы шоколад. Вот, я возьму, наверное, Альпен с апельсином. Возьму я с апельсинчиком. Тут скидки на кофе. Ну, эти скидки так. Что это? Обвал цен 24,90. Гематогенки всякие, сухие завтраки. Мука, сахар. Консервация. Так, мне надо еще мамочке купить огурцы, помидоры. Сейчас я пойду, еще схожу в овощной фруктовый отдельчик. Ой, мои конфетульки. Прям любимые конфетульки. Здесь весовые. Вот здесь наши новосибирские. То ли конфетулек взять. Наверное, надо взять. Новосибирские наши, вот килограмм. На конфетках. На конфетках театр оперы и балета.
красная сибирмишка, 410 рублей. Так, ну что-то я как-то не знаю, какие конфеточки мне взять. А я хочу конфеток. Вот килограммчик стоит вот таких палочек. Звездец. А есть еще вот такие золотые монетки. Пожалуйте. Хотите? Стоит это удовольствие 814 рублей. Вот такие золотые конфеточки. Ой, ну не знаю, что мне взять. Зефир как-то не очень. Вот эти возьму, наверное. Я так понимаю, это с вишенкой. Возьму-ка я их. Попробую немножко. Вот такие всякие жевательные мармеладки. Но я не могу. У меня от челюсти оторвутся. Так, забыла какой-то номерок. 209. Конфетки положили. 209 нажали. Вышел чек. Прикрепили. Все, пошли дальше. Макароны. Тут у нас крупы. Колбасоньки. Так. Сосисоньки, сарделечки. У меня же есть макаронки. Мне, наверное, нужно взять маленечко сарделечек. Нет, шпикачечек возьму. Так, и я хочу еще посмотреть. Я еще хочу посмотреть фарш не куриный, а йогурты, творожочек, молочечка. Что-то я же не взяла. Что-то мне же надо. Что-то мне же надо, и я забыла. Вот хочу индеечки фарш взять, но я его не вижу, фаршечка. Хотя можно и взять, что тут, филюшечку, наверное, можно взять и покрутить. Вот хумус никогда не пробовала, не знаю, что это такое вообще. Вот не знаю, всегда хотела его попробовать. А кто его знает, что это такое? Капусточка. Здесь завтраки. Вот не знаю, шаурму хочу взять. Урму по-грузински, а это обычная. Взяла вот шаурму. Ну все, пора идти на выход. Сейчас я еще хлебушка возьму, и пора идти. А хлебушек я хочу с клюквой. Вот хлебушек с клюквой, вот этот вот. Ржаное чудо, ну очень вкусный. Все, взяла. И я ухожу на кассу. Все, прошлись по нашему сибирскому молу, в котором есть Ашан. Он у нас тоже громадный. Тут можно закупаться и закупаться. Приправы,
Вот не молоко 97, овсяное 1,5 жирности и 3,2, 89 не молоко. А это что, пастила белевская с вишней, 109 рублей. Не знаю, что тут за пастила. Фиг знает. Не знаю. Не хочу. Не хочу. Все. Идем на кассы и будем добираться до дома. Ну вот такой наш сибирский молл, какой я вижу своими глазами. Переходим Фрунзе и едем в нашу сторону. Вот какие-то странные люди идут. Я вот недопонимаю маленько, в чем она одета, какие-то на ней лоскутки, лоскутки. Я за ней даже не угонюсь. Все, я не успею за ней. Я хотела показать интересную мадаму, но я уже не успеваю за ней гнаться. Хотя мой зеленый. Сейчас, может быть, я пробегусь и покажу интересный персонаж, который я увидела. Странные люди какие-то. Вот смотрите, какая женщина, для меня не очень понятная. Переходим сейчас дорогу. Вот что вот, какая-то странная. Все, идем на троллейбус. И все же странного в этом ничего нету. Оказывается, это бабушка-ёжушка. Может быть, она развернется. Это бабка-ёжка, оказывается. Это ее костюм был. А я думала, она оделась так смешно. Это бабушка-ёжка. Ну все, я дома добралась. Вот моя покупочка. Креветки, шоколад, кофе. И сублимированный вот такой шановский логотип. Хлебушек с клюквой. Ржаное чудо. Конфеток взяла с вишней. Попробую. Шаурма. 129 рублей. Сметанка. И шпикачки. Сумма 1238. И купила мамочке огурцы и помидорки. И у нее сумма 125 рублей, 49 копеек. Ну вот, небольшие такие покупки. Все, сходила, прогулялась. Все, всем удачных покупок, хорошего настроения. Заходите, познакомимся, всем отвечу. У всех буду. Спасибо.